Остров Русский хоть и насыщен лесными массивами, однако редких и красивых деревьев здесь не хватает. Именно так посчитали сотрудники местного филиала «Оборонлеса», которые провели сразу две акции по посадке корейского кедра на двух участках острова. Помогали управлению лесного хозяйства ребята из школьного лесничества «Зеленая планета». Воспитанники Артемовской коррекционной школы-интерната сначала прослушали инструктаж, а затем своими руками посадили несколько десятков саженцев. У тебя уже земля там есть, поэтому можно уже прикопать, да. Сначала облагородить решили мемориал воинам учебного отряда ТОВ, павшим во время Великой Отечественной войны. Здесь по периметру было высажено 20 саженцев корейского кедра возрастом около 8 лет. Дети приехали сюда, на русский остров города Владивостока, с города Артема. Вот, проделали долгий довольно путь для того, чтобы посадить саженцы кедра, облагородить старый памятник, который давно уже не обслуживался. Целью второй акции была посадка деревьев непосредственно в лесу. Объем работ здесь был уже в разы больше. Активисты высадили сразу сотню молодых кедров во Владивостокском лесничестве Министерства обороны на мысе Поспелого. Не первый раз проводят акцию по посадке саженцев, но первый раз именно непосредственно в лесу. Закладывают небольшой участок, где со временем, при хороших условиях, будем надеяться, вырастут настоящие кедровые деревья. Эти акции сотрудники «Оборонлеса» и дети из «Зеленой планеты» также посвятили Всероссийскому дню посадки леса, который отмечается 19 мая. Максим Яковлев, новости на 8.